Привет, дорогие подписчики моего канала, а также вы зрители. Сегодня я хочу показать вам совсем крохотные покупочки для своего творчества. Значит, первая покупочка, извиняюсь, я снимаю со вспышкой, потому что уже пасмурно, и все-таки хочется вам уже показать. Значит, в фикс-прайсе я купила вот такой вот набор декоративного скотча бумажного. Здесь у нас идет 6 разновидностей, 2 тоненьких, 2 пошире, еще поширше 2, и в намотке у нас тут по 3 метра. Стоили мне 55 рублей. Я взяла вот такой вот цветочный принт. Ими я довольна, так как брала другие ранее. И также в Читай-городе я, прошу прощения, я купила 2 вот таких вот наборчика бумаги. Вот Paper Pack. И сейчас вам их покажу. Помню, что покупала в Леонардо еще какой-то один наборчик бумаги. Но... Точнее, не наборчик, а полисна, и забыла. Ну, давайте первый посмотрим вот такой вот. Читаю в городе. Тут у нас 12 листов, стоит 160 рублей. Я знаю, что это дорого. Для размера 15,2 на 15,2 тут у нас 12 дизайнов. И давайте посмотрим. Я уже посмотрела. Бумажка, я очень-очень довольна. Просто хочется ее уже использовать, но не использую, потому что хочу вам показать. Кстати, это был единственный наборчик. И, к сожалению, потому что хотелось взять 2. Значит, первый у нас вот такой вот голубой листик. С обратной стороны у нас вот так вот. Потому что двухсторонний, и опять-таки приходится выбирать. Тут у нас получается 6 дизайнов по 2 листа каждого. Вот так вот. У нас звездочки такие универсальные, такой фончик. Тоже универсальные такие пузырьки. Потом вот таких 2 листа с карточками. Тут у нас мороженки. И 2 вот таких вот. Очень клевенький наборчик. И последний. Почему я его взяла? Потому что меня, если честно, покорил вот этот вот олень. Ради него я взяла. И опять-таки пожалела, что взяла всего лишь один наборчик. Потому что здесь есть такие принты, которые придется выбирать или-или. Здесь также у нас 12 листов. 2, по 2 листа каждого дизайна. То есть вот, пожалуйста. Хочется использовать эту и хочется использовать карточки. Здесь также мой любимый олень. И вот такие вот бордюрчики. И стандартная красная полоска с белым. Вот такие вот были небольшие покупочки у меня в Читай-город и фикс-прайс. К сожалению, покупочки в Леонардо я не могу найти. Листы. Не знаю, куда честно их дело. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Все ссылочки будут под видео. Всем творческого вдохновения. Пока-пока. Ваша Аня.